Всем привет! С вами сегодня Чернега Александра и Биманан Фатур. Мы находимся на карьерном форуме «Труд Крут». Сегодня мы расскажем, что здесь происходит, какие спикеры и кто сегодня выступает, чему здесь научат, что можно увидеть, услышать, почувствовать, потрогать. Все. Погнали! Труд Крут, ребята могут познакомиться с различными направлениями студенческих отрядов. Здесь представлены такие направления, как медицинский, сельхоз, сервисные отряды, педагогические отряды. Также на форуме присутствуют работодатели, которые сотрудничают с российскими студенческими отрядами. Мы заметили тут еще один мастер-класс. Давайте спросим, что происходит вообще. Здравствуйте. Здравствуйте. Закрываю предыдущий тур. Расскажите, что вообще здесь происходит, что вы делаете, что с ней? С ней все хорошо. Мы показываем ребятам мастер-класс по наложению повязок, потому что считаем, что это важно для каждого человека в жизни, уметь накладывать повязки. Что еще здесь покажете, кроме вот этого? Кроме повязок ничего. У нас есть повязки на руку, на ногу, на голову несколько, на грудь. Что вы сейчас делаете? Я делаю рисунок на диске. Так слушать же надо, нет, диски? Зачем вы на них рисуете? Ну, это так, для души, на память. А это уже такое направление у вас, или вы так просто? Ну, так, для души. Это один из организаторов, Людмила Юрьевна Попутца. Сейчас мы у нее узнаем, что здесь происходит и зачем это все нужно. Здравствуйте. Здравствуйте. Что здесь происходит и зачем это все нужно? У нас здесь происходит карьерный форум. Мы знакомим ребят со студенческими отрядами, ведь у нас 17 февраля, День российских студенческих отрядов. У нас этот год насыщенный юбилей, нам 65 лет движению, в общем, 20 лет современной истории российских студенческих отрядов и 15 лет Оренбургскому региональному отделению. Почти как КВН. Собственно, а зачем людей знакомиться со студенческими отрядами? Потому что это крутая возможность поехать поработать, увидеть Камчатку, увидеть Россию из поезда, построить космодром какой-нибудь или, не знаю, какой-нибудь крутой газпромовский объект. И вообще круто развить Оренбургскую область. А почему, почему бы ребятам самим, то есть, не пойти работать туда? Почему нужны именно студенческие отряды? Студенческие отряды – движ, который приносит ты. Это настоящая школа жизни. То есть это уже субкультура? Ну нет, не субкультура. Это что-то родное и классное. Субкультура движения паркур. Вы круче, чем паркур? Конечно, мы выше прыгаем, мы круче, делаем всякие этюды. Все, это самый лучший ответ, который сегодня мог прозвучать. А сейчас я встретил очень важного человека для всего РСО России и в мире в целом. Это Ксения Юрьевна Карандашова. Здравствуйте. Мне тут сказали, что на этом форуме, который называется «Труд-крут», «Крут-труд», как-то так, здесь вы направлены на то, чтобы привлечь, так скажем, ребят в отряды. Это правда? Да, мы позвали именно тех студентов, которые еще ничего не знают про российские студенческие отряды. Разве есть такие? Конечно. Ну, к сожалению, еще есть. Но я думаю, что после этого форума таких людей станет намного меньше. Я вот, так скажем, заметил, что здесь очень много, так скажем, людей в курточках. А разве недостаточно вам уже людей? Ну, мы же хотим, чтобы как можно больше молодых людей не просто сидели дома, а именно работали, получали свой первый трудовой опыт, зарабатывали деньги, реализовывали свои какие-то мечты, идеи, повышали свои навыки, которые им обязательно потом пригодятся. А если не прийти в студенческие отряды, этого всего можно и не получить. А вот давайте так. Сколько вам нужно привлечь людей, чтобы такие сказали, ну, все, нам достаточно? Ну, нас сейчас чуть больше, чем 1500. Это по Оренбургу? Да, по Оренбургской области. По Оренбургской области. Целая деревня РСО. Нам хотелось бы, чтобы это было в два раза больше. 3000. Ну, как минимум. Так, уважаемые подписчики, еще 1500, и таких форумов больше не будет. Нет,
если нас будет 3000, то это как минимум мы уже будем не в таких помещениях, а, например, в Оренбурге, в каком-то... Крокус-сити-холл. Крокус-сити-холл, ну, можно и так. Вот сейчас форум такой же проходит на ВДНХ, только всероссийский. ВДНХ – это же станция метро. Классный форум! Здесь было много лекций, много интересных людей, много мастер-классов. Мы познакомились с такими направлениями, как сельхоз, сервисные, путины и многие другие. Желаем вам не пропустить в следующем году этот форум, потому что это действительно классное мероприятие. Здесь вы сможете найти себе работу по душе, отряд по дружбе, так скажем, себе импровизированную семью. Вот. Главное, не забывайте гореть своим делом. Все, желаем вам удачи, до скорого. Пока.